Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим для украшения куличей белковую глазурь, или можно назвать белковый крем без яиц. Посмотрите, какой он получается пышный, густой. Вот такая красота. А готовится он очень быстро, и продукты все доступны. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Давайте приступим. Понадобится рассол от консервированной фасоли, можно взять рассол от горошка, сахар, лимонный сок и ванилин. Пропорции 1 к 1. 100 мл жидкости, 100 грамм сахара. Взбиваем на больших оборотах до густой устойчивой пены. Взбили в устойчивую пену. Я взбивала в течение 10 минут. Добавляю 1 грамм ванилина или ванильного сахара. Маленькими порциями добавляем сахар. Здесь у меня 100 грамм. И взбиваем. В течение 5 минут я взбивала с сахаром. Вот посмотрите, какой густоты получилось. Добавляем лимонный сок. Где-то 1 чайную ложечку. Посмотрите, какой восхитительный, просто шикарный получился белковый крем, но без яиц. Посмотрите, какая красота. Я добавила 1 чайную ложечку лимонного сока. Крем получается с такой легкой кислинкой. Вы можете добавить 1/2 чайной ложечки, а потом попробовать на вкус. Если нужно, добавить еще. Главное, что он готовится быстро, просто, и все продукты доступны. Я вас угощаю, мои дорогие. Заходите в гости еще. Я вам буду очень-очень рада. Всем пока-пока!